Сентябрь 2024 год. Академия прикладной биомимикрии. Наглядный пример природной мудрости. Как должна выглядеть речка, либо дамба любого водоема, естественного или искусственно созданного. Вода и большое количество деревьев по сторонам. В данном случае вода пресная, а метров через 300 речка впадает в море. Няма. Няма. Вот такая вот красота должна быть вокруг всех рек. Природа мудра и совершенна. Удачи нам и удачи вам с нами.